Ветеран был рад гостям и рассказал о своем боевом прошлом. В 1943 году прошел подготовку в десантно-парашютной школе Сухуми. В первый призыв на фронт не прошел распределение. Взвод, который был отправлен без него, погиб. В 44-м был призван и уже через год под конвоем этапировал военнопленных в Прибалтику. Продолжал нести службу в охране лагерей военнопленных до лета 45-го. После переехал на Кубань. Потом была служба в противовоздушной обороне Москвы, затем Вильнюс и школа подготовки МВД. В 1972 году Григорий Даракчан переехал в Сочи и устроился на работу в санатории МВД. Гости пожелали ветерану крепкого здоровья и вручили памятный подарок.